Омске провели тестовые испытания ГТО среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В колледже профессиональных технологий опробовали принятые в марте этого года Минспортом России адаптированные нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Пионерами в нашем регионе стали спортсмены-паралимпийцы. Идея возникла уже давно, то есть об этом думали, уже про это говорили, потому что у нас это мероприятие ГТО, да, тестирование ГТО уже среди обычных людей уже проводится довольно-таки давно, и традиции мы все эти возобновили уже, да, давно, то есть сейчас у нас все стараются приобщиться к этому интересному делу, и мы в своих кругах тоже об этом задумались, то есть, и решили, что нам это тоже нужно. Знают ребята, что есть такие вот испытания, что можно там проявить себя, показать, и они выйдут из дома, то есть, ну, тоже поучаствовать каким-то, то есть они выйдут, социализируются, да, то есть и они себя найдут в каком-то, может, кто-то себя, не знаю, найдет в каком-то спорте. Участники попробовали выполнить упражнения на гибкость, силу, точность и выносливость. Испытания в специальном комплексе рассчитаны на все категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения, интеллектуального развития. Вообще это было интересно, потому что ты узнаешь свои спортивные способности, о которых ты, возможно, не знал. В принципе, было все легко, кроме попадания в цель. У меня с этой всегда проблемы. Хоть я и занимаюсь фехтованием, но как бы... такое. Мне кажется, то, что нужно усложнить немного нормативы, потому что это уже слишком легко. Вот. Так мне все понравилось и очень было интересно. У меня родственники, практически все мои, сдали на золотой значок. Ну, я думаю, чем я хуже. И решил тоже сдать. Все очень было просто, в принципе. На что я надеялся и был даже уверен, что там на золото. Все участники с легкостью выполнили нормативы на золотой знак. Ведь физкультурой и спортом они занимаются практически каждый день. Сюда сегодня пришли подготовленные ребята, которые являются спортсменами в своих видах спорта, имеют даже и высокие достаточно звания спортивные. И это не совсем та выборка, которая дает возможность судить о доступности этих нормативов для обычных людей с ограниченными возможностями, для тех, кто просто занимается физкультурой. Но, безусловно, какие-то, конечно, корректировки мы видим, что нужно вносить, и в том числе в части методических рекомендаций, которые нам даются для того, как тот или иной вид испытаний оценивать и судить. Сила духа и целеустремленность участников тестирования – пример для многих. А для кого-то выполнение нормативов комплекса ГТО может стать стимулом для постоянных занятий физкультурой и спортом.